Приветствую вас, друзья, подводные охотники, фридайверы. Хочу сделать небольшой анонс. Я буду присутствовать 6-9 февраля на выставке подводного мира Moscow Day Show 2020. На этой выставке я буду работать за стендом компании Epsilon. Поэтому, кто хочет пообщаться, подходите, пообщаемся, зададите вопросы. Может, скажете какие-то нарекания на нашу продукцию. Я буду работать за стендом этой компании Epsilon и презентовать некоторые новинки. Теперь я с собой возьму на выставку новый фонарь от компании Hunter ProLight Hub. Фонарей этих будет немного, их всего 3 фонаря. Сейчас на них большой спрос, поэтому это не будет какая-то тотальная распродажа или продажа. Это просто будет презентация фонаря для того, чтобы вы могли его посмотреть, пощупать, потрогать, изучили предварительно инструкцию, которая идет 20 минут видеоролика, и проверили все режимы. Вот такой фонарь. Вот со сколькими количествами светодиодов. 25. Можете предварительно зарезервировать покупку этого фонаря. Единственное, что два фонаря я могу продать вам в ранние дни выставки, а последний, третий фонарь я продам только в субботу вечером, потому что в субботу самый наплывный день пользователей, и моя цель не продавать эти фонари на выставке, а презентовать эти фонари. В будущем, если он вам понравится на выставке, вы можете заказать их в нашем магазине, мы сделаем вам бесплатную доставку. Также, кто хочет фонарь подешевле от этой компании Hunter ProLight, я беру с собой на выставку два фонаря, модель Хамелеон и модель V3. Тоже интересные нашумевшие фонари. Презентацию вы давно их видели. Тут единственное, что вам будет удобно, вы можете купить и не платить за доставку, потому что я непосредственно буду на выставке. Стоимость этого фонаря $500, никаких скидок не будет. Стоимость этих фонарей тоже по сайту. Смотрите, сколько они стоят по сайту, либо пишите нам заявки на почту. Предварительно можете зарезервировать, и я под эти фонари под вас подготовлю. Также я привезу фонари от компании Aquamaster под названием Волга и Днепр. Опять же, это тоже не будет распродажи фонарей или какие-то продажи. Это сугубо для ознакомления пользователей. Их там будет немного, 2-3. Вы можете предварительно, если у вас есть желание, заказать. И я вам привезу и продам их на выставке. В общем, жду вас всех на выставке. Рад буду всех видеть. Поговорим о новинках компании Epsilon. Там будут представлены новые гидрокостюмы, новые другие интересные штучки, такие как быстросъемные интересные грузики. Так что новинок будет много, пообщаться будет интересно. И самое главное, вы посмотрите фонарик Hunter ProLight Hub. Жду вас на выставке. Всего доброго!